Крупнейшее в регионе предприятие «Товарищество Радуга» увеличило объемы производимой продукции. На металлопластиковом заводе запущены две новые линии. Проект реализуется в рамках госпрограммы «Экономика простых вещей». Моя коллега подробнее. На предприятии выпускать пластиковые изделия начали 19 лет назад. Ассортимент продукции растет ежегодно. Сегодня производят около 120 наименований. Работает 120 человек. За месяц здесь выпустили товаров повседневного потребления на сумму порядка 200 миллионов тенге. В этом году мы приобрели новое оборудование в цех по производству пластмассы для изготовления PET-преформы для дальнейшего вывоза бутылок. Раньше мы закупали эти преформы, крышки. Сейчас мы будем полностью изготавливать это все на новом оборудовании. Ну и машину мы сейчас запускаем в работу, настраиваем, идет наладка. Ну и в дальнейшем будем самостоятельно изготавливать данные преформы. Эти преформы используются для производства жидкого мыла и других гигиенических моющих средств. В рамках программы «Экономика простых вещей» предприятие оформило кредит на 270 миллионов тенге по субсидированной процентной ставке. Кроме того, здесь приобрели установку для изготовления полимерных люков. Для этого построили отдельный цех. Процесс происходит в начале переработанного пластика, который собирается по городу. Мы его перерабатываем, дробим. И получается у нас дробленка. Мы эту дробленку засыпаем непосредственно в станок. Добавляем туда песок, краситель. При высокой температуре и экструзии получается у нас масса. Масса расплавленная, мягкая. Мы ее ложим в пресс. Пресс под высоким давлением. Мы его сжимаем, прессуем и охлаждается. Получается песчано-полимерный люк. Номинальная нагрузка 1,5-15-25 тонн. Производительная мощность 400-500 люков в месяц. Оборудование пресс и нагревательный аппарат, в который загружается сырье, песок, который к нам приходит с Кокчетава, и полимеры, которые получаются в ходе изготовления гранулы, литники, браки наши, и с участка сортировки раздельного сбора мусора. В новом цехе работает 4 человека. Необходимо отметить, что программа «Экономика простых вещей» популярна среди предпринимателей региона. Благодаря ей свои производства расширили и другие субъекты бизнеса. В их числе Петропавловский электротехнический завод, товарищество с ограниченной ответственностью «Молпродукт», ТОО «Маслодел» и акционерное общество «Султан». Анастасия Дроняк, Адиль Нуржанов, служба новостей.